регулярно обновляется в регионе и спецтехника, призванная сделать жизнь северян комфортнее. Универсальную коммунальную машину для уборки дорог муниципалитетов доставили в Зато Александровск. Наш корреспондент из Большого Зато Кристина Григорян одна из первых увидела нового автоматического помощника. На баланс муниципального образования Александровск поступила новая единица спецтехники. Это универсальная коммунальная машина для круглогодичной уборки улиц. Например, в такой комплектации использовать ее можно как пылесос для расчистки дорожного полотна от песка и листьев. Имеются и дополнительные опции, о которых рассказывают представители завода и инструкторы потенциальным водителям машины. Также на нее идет исполнение, ставится водяная бочка, как поливомоечная машина, то есть она уже не пылесосит, а моет дорогу. Также может знаки мыть, у нее отдельно стоит оборудование Керхер. А при установке пескоразбрасывателя машина может работать в качестве противогололедной техники. Имеется и специальный съемный отвал для уборки сугробов. УКМ-2500 полноприводная. Благодаря небольшим габаритам с легкостью может использоваться на тротуарах и пешеходных зонах, а также в парках и скверах. Зато Александровск стал одним из 10 муниципалитетов, которым посчастливилось приобрести специальную технику. В рамках региональной программы нам выделены средства в Мурманской области. Приобретена эта техника. Конечно, планы выполнять нужно. Техника – это всегда техника, она устаревает, ломается. И, конечно, хотелось бы пополнить такой единицей еще раз наш парк. Как только инструктаж по управлению и уходу за техникой будет проведен, машина выйдет на дорогу. Особенно сейчас в борьбе с капризами погоды силы лишними не будут.